Егор Борисов принимает участие в заседании Президиума Госсовета. Большое совещание проводит Владимир Путин в Волгограде. Основная тема заседания – повышение безопасности судоходства с использованием современных навигационных технологий. Кроме того, обсуждают поддержку судостроения и развитие внутреннего и въездного круизного туризма на российских водных путях. Отметим, что сегодня, 15 августа, глава Якутии Егор Борисов отмечает 62-летие. Руководитель республики возглавляет регион с 2010 года. Егор Борисов – уроженец села Чурапча. Начинал трудовую деятельность с 1971 года, слесарем-ремонтником, заведующим мастерскими, управляющим Чурапчинского районного объединения «Сельхозтехника». Работал в районном управлении сельского хозяйства, затем в 1991 был назначен на должность замминистра сельского хозяйства республики, позже первым зампредом Якутии. А с 2010 года 7 лет трудился на посту премьер-министра региона. С 2010 года Егор Борисов работает главой республики. На сегодняшний день Якутия занимает первые места в федеральных рейтингах по многим показателям социально-экономического развития. И это во многом благодаря успешной работе главы Егора Борисова как внутри республики, так и с федеральным центром. Патриот Якутии и авторитетный руководитель Егор Борисов получает сегодня поздравления со всей Якутии и страны. Национальная вещательная компания «Саха» присоединяется к словам поздравления и желает Элдархану успехов в работе, здоровья и благополучия.